Друзья, всем привет! Ну, в первую очередь, мы, конечно, хотим принести свои соболезнования Алексею Панину. На днях у него умерла мать. В соцсетях продолжаются комментарии, споры. И вот сегодня, 14 января, фанаты скандального актера комментируют вот этот неожиданный пост в его Инстаграм с этим фото, с его мамой. Актер Алексей Панин в своем инстаграме опубликовал трогательный пост, посвященный своей ушедшей матери. Публикация появилась на 9-й день после ее смерти. В тексте под совместным фото он поблагодарил маму за все то, что она сделала для него в жизни. «Это фото было сделано 13 лет назад», — написал актер. «На ней Нюся, мама и я. До последних своих дней она любила нас больше жизни. У нее никого кроме нас и не было. Спасибо тебе. Люблю тебя. Прости меня». Подписчики актера тут же написали оставлять сочувственные комментарии. Они стали писать о том, что он всегда был хорошим сыном. «Тяжело и очень больно терять родителей, но вы держитесь», — написал один из фанатов. «Ты просто отличный сын, ты достойный папа, мама может тобой гордиться, к тому же все мы тоже любим тебя, ты талантище», — написал второй. Алексей Панин объявил о смерти матери 10 января. Журналист Татьяна Власова на протяжении многих лет была редактором издательства «Наука». Сам актер в последнее время живет в Испании. По своему собственному признанию, актер давно мечтал покинуть территорию России. Все потому, что якобы не совсем понимают его на родине. А в цивилизованной Европе ему очень нравится, потому что, по его словам, секс-шопы там ходят как за хлебом. Ну вот такой вот Алексей Панин. Нужно, наверное, принимать его таким, какой он есть. И в такие трудные минуты поддержать и вспомнить его мать хорошими словами. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. Пишите ваше мнение в комментариях. Пока-пока.